то тебе до конца лета хватит. Че это ты вдруг? А сам что будешь есть? Я помирать буду. В жизни есть вещи, которые нельзя вернуть. Например, поясницу без боли, первые места в лыжном марафоне и прожитый вместе век. И циркулярную пилу, которую я одолжил Калимайнену. Ждал себе смерти спокойно, а теперь что ни день, то какое-то светопреставление. Родители хотя бы догадываются, где ты? Думают, что в Хельсинки на бизнес-форуме. Если в этом мире не устроишься, не заведешь связи, считай, зря живешь. Я хочу, чтобы твой старт в жизни был удачнее, чем у меня. Я остаюсь. Еще чего выдумала? Кто-то должен о тебе заботиться. У вас есть дисконт? Всякий раз вы спрашиваете про мой эскорт, а я говорю, что он на парковке. Привет. На бизнес-форуме. Сейчас напротив меня сидит инвестор из Южной Кореи. Папа Вонг, Брюс Ли. Я еще ни разу в жизни не врал. У всего должно быть свое место. Значит, и у меня тоже, да, деда? Твоя бабушка всегда говорила: играй в прятки с тем, кто тебя найдет. Дед, привет.